это неплохой ход по той причине, что я играю Hunter's Pack, когда у меня Зул'джин в руке. То есть Зул'джин его тоже сыграет потом. О, почему-то неплохой ход. А стилить пушку ради дрова, я и так могу себе карты взять с Hunter's Pack и зачистить борт при этом. Да, так-то неплохой ход вышел. Хочу льва поставить, начнем поставить механика. Ну, льва хочется сыграть, но, блин, там быть. А, это найс. Что-то уроги из-за хоста 0 из 10. Это радует. А может аниме выиграть? Потому что сап роги переворачивает игры полностью. Делаешь сап, и ты сразу выиграл. Это не типа сап 2 маны стоит, а лев 6. Поэтому лев хуевая карта на самом деле. Поэтому я льва не играю. Контриться самым. Это единственная причина, почему лев хуевая карта, потому что сап. Одна причина есть. Почему лев говно? Из-за сапа. И все, больше нет причин. Опа. Походу у него заход совсем говно. Я его прям душу. Он ничего не может сделать, его прям в душу. У него еще хуже, чем у меня. Его прям душняк. Но мне нечем закончить, к сожалению. Что печально. Мэби Зефирычем перевернет сейчас. О, он возвращает Зефирыча. Это проблема. Окей, мне нечего ставить. Прекрасно. Дина Теймер Браныча нашел. Ну что ж, будет ли летал? Или он Зефирычем перевернет сейчас? У меня Зефирыч остался. Дал. Ну бля, почему он Зефирыча играет на 1 маны? Что он за 1 маны собирается сыграть? Только не юзай хил, блядь, не юзай хил. Ну где это ебаная? Ну где это ебаная? Я фаербол найду Зефирычем. Ну, блядь, я так и знал, хил нашел за один маны, зачем ты... Ну, блядь! You too will suffer. You too will suffer. You too will suffer. У меня фаербол в Зефирыче будет. Ху, блядь, минус голова таких игр. Это... Только не находи саб за ноль маны, ё-моё. Только не саб. Да, серьезно? Все равно у меня летал. Жри говнину! Жри говнину! Ooh.
Валера. Victory for me! Это все меняем, это говно. Снип-снип за 3 маны не работает. Он должен быть за 6 маны. Иначе он не работает просто. Это вот хорошая карта. Это реально хорошая карта. Единичка, двойка, двойка. Ну, двойку я вязать не буду. Это на оружие оставлю. Да какая дота, ну блин, ну вы чё? Ой! Так, двойку я точно не играю, мне она нужна. Без монетки, строго по курве. Так, ну он виндету потратил одну. Играем Dragon Bane в надежде на лучшее. Maybe не сможет убить, он потратил две карты. Ну, я думаю, сможет, скорее всего. Ну да. Ну, это терпимо. Мне ставить нечего, конечно, но бывает, да. Когда мне было что ставить? Дров не заходит. Ничего не заходит. Хантерс пак не заходит. Ёбаный рот. Я проебал. А что мне делать? Просто он просто только что выиграл игру, мне нечем контрить. Ура! 50 на 50. Это мне ничего не гарантирует. У меня все равно 0 карт. Тут 1-7 хуйня, ну ладно, так и быть. Бля, я все равно выебу карту. Нечего играть. Ёбаный стыд, как же не везет. Всегда, всегда, всегда. Почему нечего играть сюда? Я, наверное, виноват, что я проиграл эту партию, да? Я виноват. Он просто побеждает. Использует читы и побеждает. Divine Reborn 10-10. На скилле выиграл чисто. Ничего не сделал, блядь. Нажал кнопку победить. Нажал кнопку победить, буквально. Никакого вообще... Ничего. Блять, какая тупая игра. Нажимаешь кнопку победить. О, какие хорошие. И вся игра. Чё делать, не надо уметь играть, не надо. То есть вообще не нужно уметь играть. Нажал кнопку победить. Привет. Спасибо. У меня, походу, здоровье не намечается. У меня голова сейчас взорвется от этого тильта. Вот как мне только что выиграли? Противник ничего не сделал. Он просто нажал кнопку выиграть. Он вообще ничего не сделал. Поставил за 3 маны. 10-10 и 10-10 с Divine Shield и Reborn. Ничего не сделал. Просто вот выиграл.
У меня шок. Дрова нет. Карт нет. Хрена нет. ГГ. Имбецил сидит, думает на двух маны. Прикольно. Спасы за броню. Ну хоть апгрейды заходят. Maybe апгрейды придут сами. Типа без дрова. Два апгрейда. Дало худшего лакея, как обычно, которого нельзя применить. Спасибо. Я не кушаю чипсы из общей пачки. О, БТВ, достал пушку. Автовин. Бывает. Автовиноч. Бабл! Но пушка ему выиграет игру прямо сейчас. Пушка не контрится, потому что нужно играть минус пушку. Но у варвара нету, ну как бы, свободных мест на узника, чтобы пушку сбить. У меня даже крафт не активирован, у меня ничего не активировано. Весь чат хочет доту сыграть. Я не буду, я не могу, я не хочу. Если всей душой ждете. Я не могу, не могу, не хочу, не буду. Я не пойду никуда ни во что играть. У меня башка раскалывается. Я не знаю, что происходит. И что у меня это все вот это вот. Вот Рога достает пушку, и ты сразу проиграл. Это пиздец какой-то. Как можно было такие карты придумать? Он сразу выиграл, смотрите. Сразу. Игра закончилась. Ёбаные читы, блять, какой же пиздец. Ебучие конченые, блять, читы. Просто дал все руке 3-3. Сейчас снова так же самое сделает. И отхилится на фул после этого. Смотрите. Как вам такое? Вся рука миллион-миллион. О, 10. Я виноват, что я проиграл? У меня нет шанса выиграть уже. У меня не было шанса. Я просто проебал инста. Нормально. Говностон. Просто моментальная победа. Ничего не сделал. Просто победил. Опять. Пусть заканчивает, хули. Сейчас будет или таунт, или летал одну из двух, или хп себе добавит. Все равно не в игры уже. Конченая хуйня, это вообще. Я вообще охуеваю с этого. Это пиздец, блядь. Как такое можно было в игру добавить?
Просто, блядь, вынос мозга, нахуй. Привет. Никак. Страдать. Сколько тебе надо задонатить, чтобы сыграть? Я не хочу играть в доту, ну пожалуйста, ну блин. Смотрите, у него ничего. Серьезно? Ну при чем тут деньги? Вы же знаете, что я ненавижу доту. Не хочу в нее играть никогда вообще. Как он не нашел хила? Я не понимаю, не даун-то не хила. Шок. Какие планы? Сижу, страдаю на стриме. Так же самое, как прошлый стрим. Думал по-быстрому добить легенду и дальше что-нибудь постримить. В итоге стримил 5 часов, так и не взял легенду. То же самое на этом стриме, один в один. И последние 3 дня я провел так же самое. Я просто сижу и страдаю. И ничего не сделать. Просто и страдания. Я не пойду в доту. Я устал ходить в эти вот последние игры в доту. Вот это вот. Лишь бы зайти и нафидить, или там, лишь бы зайти и просто проиграть в скрытом пуле, как обычно. Без желания вообще, без мотивации. А сейчас мне еще и голова болит, пиздец. Из этих игр дурацких. Вы заметили, как мне кидают худшие матчапы? Для варвара рога — это худший матчап. И мне кидают именно, ну, именно рогу. Просто шок. Нормально. Стабильно кидает худший матчап. Матчап, в котором у меня меньше 50% на победу. Мне не кидает ни варлоков, ни хантеров. Мне рога против варвара. Если бы я играл хантера, мне бы кидало бы фейс-хантеров пока, да. Это нормально у них, наверное. Тут циглы. Где варлоки? Где фейс-хантеры? Это для меня лучшие матчапы. Даже просто хантер. Любой хантер, любой варлок. Хотя не любой варлок, и агро-варлок, или фейс-хантер, или любой хантер. Это лучший матчап. Clean commences. Ставить Акалита сразу или подождать, чтобы сыграть второй ивент? Мне нужно подождать. Проебать следующий ход. Опасно. О, лучше сыграем это тогда. Мясо! Зачем там говорить? Сложно. Наконец-то путь к логову. Ничего! Твое разочарование! Говорят, в Черной горе держат в плену старого дракона. Он точно... Клирдэк! Сейчас Акалита сыграю, задробуюсь нормально. Ну что еще? Доброго вечера. Здрасте. Спасибо.